Пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие одесситы. У нас в эфире «Медиаинформ», это вечерние программы. Хотелось бы с вами встретить Новый год, веселясь и думая о беззаботной неделе, когда можно будет встретить будущее, попрощаться с прошлым, настроить себя на лад, по крайней мере, «Балета Щелкунчик», а может быть, еще и песен «Абба». Но у нас, к сожалению, происходят сейчас достаточно странные события в политическом жанре. У нас конец года застал очень такую конфликтную, я бы сказал, на грани фола избирательную кампанию, которая проходит в Ведёпольском районе Одесской области, в которой участвуют очень многие одесситы, в том числе и довольно известные. Давайте на все эти темы поговорим сегодня с Сергеем Веселовым, который возглавляет городскую организацию партии «Батьковщина». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. С наступающими вас праздниками. Я так понимаю, что «Батьковщина», учитывая, в общем-то, всю сумму происходящих подвижек, может сейчас набирать баллы, ничего не делая. Вот у меня возникло такое ощущение, что, кстати, и поведение Юлии Владимировны, и очень редкие появления, это тоже свидетельство о том, что я, наверное, прав. То есть «Батьковщина» сейчас находится в той ситуации, когда ей не надо особенно активничать, поскольку ее имиджевая характеристика уже понятна и тем, кто за ней, и тем, кто против нее. То есть сейчас она будет набирать какой-то позитив, какие-то электоральные ресурсы за счет тех, кому не нравится все происходящее. А «Батьковщина» в этом как бы и не участвует. Во всяком случае, на общеукраинском фоне. Я в чем-то не прав? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я соглашусь с этим утверждением частично, поскольку ничего не делать, ничего не получится. Ну, не активничает электорат в медийном плане. У нас нет. Ну, почему? Мы, в принципе, пытаемся активно выступать со своей позицией, со своей платформой. У нас не изменились абсолютно принципы построения государства, как мы их декларировали еще 10 лет назад, 15 лет назад. В общем, у нас Но вы знаете, общественность воспринимает это как? Ну, да, опять за все хорошее против всего плохого. Ну почему? Мы идем с конкретной программой, мы выступаем с конкретными предложениями, и мы говорим о том, что можно поднять Украину, можно поднять страну за очень короткий промежуток времени, просто приняв только несколько ключевых законов. И именно? Первое – это закон о запрете или обложении налогами оборотов через офшорные зоны. Ага. Или закрытие офшорных зон. Это сразу тогда все деньги остаются в Украине, они все работают на Украине, эта экономика начинает работать. То есть поднимем нашу экономику за счет того, что отберем награбленное, да? Не награбленное. Грабь награбленное — это был такой коммунистический, большевистский лозунг. Я немножко абсолютно здесь не тот. Ну, вернем ранее. Ни у кого сейчас. Ни вернем у кого. Ранее освоенные деньги. Значит, еще спрятанные раз, в офшоры. Во-первых, никто их не забирать ни у кого не собирается. То есть эти деньги, которые есть, которые существуют, которые заработаны в Украине, они должны работать на экономике Украины. И никто их забирать не собирается, просто они будут облагаться налогами. И эти деньги просто люди, которые ведут бизнес. Ну, я примерно это имел в виду, То есть, если налоги это грабь награбленная, то тогда это не совсем правильный подход. Но дело в том, что эти ребята увели эти деньги из налоговых зон в офшорные, а теперь вы будете стоять на том, что будете восстанавливать справедливость, возвращать эти ресурсы в налоговое поле, в законное, да? Совершенно правильно. Здесь абсолютно прозрачная схема. И абсолютно выводятся из тени деньги, они начинают работать на экономику, а по оценкам многих международных организаций у нас самая теневая экономика среди всех стран Европы. И поэтому вывод этих денег из тени позволит просто-напросто задышать экономике страны и позволит, смотрите, по крайней Сергей, мере... причины, по которым деньги попали в офшоры, вышли из официального оборота, они ведь никуда не делись. Это, в общем-то, дикое такое первоначальное накопление капитала, которое никак не закончится, никак не накушается. Это безумная совершенно кадровая политика с чехардой. И, кстати, Юлия Владимировна сделала достаточно много, чтобы у нас наверх вышли такие люди, как Турчинов, как Яценюк там, и так далее. То есть, на самом деле, она очень мощно вложилась своим ресурсом, как бы человеческим потенциалом политическим, формирование нынешней политической элиты. Не без того. И она с ними со всеми исторически уже находится в достаточно сложных и непростых отношениях.
Вот хотелось бы что-нибудь об этом. Что-то поменялось? Я-то вижу, что ничего менять Батьковщина не собирается и правильно делает. Не, ну поменялось только то, что Батьковщина прошла через очищение. Uh-huh. То есть все вот эти вот кадры, которые сейчас грабят страну, и которые были когда-то членами партии Батьковщина, их просто уже нет в нашей команде. А меня вот как избиратель волнует, по чьей вине и как эти кадры попали в Батьковщину. Не, ну, во-первых, нанесли изрядный урон Украине там, и так нет, далее. Дело в том, что когда Юлия Владимировна еще была не репрессирована вот, uh-huh. режимом Януковича, то все эти люди, они в рамках этой системы, которая была с Батьковщиной, они вели себя совершенно по-другому. У них не было возможностей, потому что программные требования Батьковщины, требования Юлии Владимировны, это никто не ворует у государства, все работают в копилку государства. Но как только режим Януковича убрал лидера, и как только пришедший туда Яценюк коррумпировал всех наших членов партии, которые стояли у истоков, там, начиная с Турчинова и так далее, начиная с Громады, увидели, ну я не знаю, Громаду. Ну, с Громады он начинал Турчинов. Я был на учредительном съезде. Да, они как раз с Юлией Владимировной и создавали эту партию. Угу. То есть создали такие условия, что от которых, вот, допустим, тоже Александр Валентинович не смог отказаться. То есть, когда. Ну, в общем, когда не очень пытался. Нет, когда Яценюк зашел со своей командой в Батьковщину и значит, попытался ее развалить. Вот тогда появилось условие, которых Александр Валентинович, видимо, не смог преодолеть. Но мы сейчас об этом не говорим, мы говорим о той команде, которая сейчас есть у Юлии Владимировны, которая прошла очищение, которое вы сейчас видите. И по итогам вот, последних выборов Одесская область уверенно заняла первое место среди всех партийных организаций по количеству депутатов и по количеству процентов, которые мы получили на вот этих всех выборах в объединенной территориальной громады. Тем более вас очень волнует участие народного депутата в акции, которая против вашего ставленника, да? Ну, если я говорю о Ведёбровском районе. Да, если переходить к последним выборам, угу. в территориальной громады было вот, 24 декабря были выборы в две громады Одесской области. Это Белгород-Днестровская, там Молокская объединенная территориальная громада, где мы заняли первое место, 16 депутатов и председатель объединенной территориальной громады Немочук. И вторая территориальная громада это Таировская, которая уже, собственно говоря, там избирают голову сельской рады. Знают все практически. Вся Украина, по крайней мере, об этом знает. Всех кого это интересует. Нет, значит, здесь просто очень много заинтересованных лиц в этом. И самое главное, что это стало катализатором вот этих тех процессов негативных, которые проходят в Украине. Именно связанных с фальсификацией выборов и именно связанных с тем, что есть заинтересованные лица для проведения своих депутатов, своих руководителей и так далее. Вы можете назвать этих лиц? Да, я, конечно, могу назвать. И прежде всего, это народный депутат Украины, который вот 26 числа остановил процесс. На каком основании? Голосов. У него есть такое право? Значит, права такого у него нет. Но у человека... Напомните его фамилию, чтобы люди просто знали. Да, это Василий Гуляев, Василий Александрович Гуляев, который 26 числа, зайдя на территорию Таировской... А он избирался от кого? Он ведь не от нас избирался, не от Одесской области. Нет, он избирался от Одесской области. Это как раз 140-й округ, от которого он избрался. Он является народным депутатом Украины по 140-му округу. И он явочным порядком зашел на избирательный участок и заставил членов комиссии проголосовать за то, чтобы... Пересчитать голоса. Все, в том числе уже и пересчитанные. Да, значит, там уже было... Комиссия уже приняла 6 итоговых протоколов, 6 протоколов дельничных выборщих комиссий она уже приняла. Появляется народный депутат Украины. Какую партию он представлял, с вашей точки зрения? Он представляет партию Відродження. Партия Відродження – это та партия, которая голосует так, как говорит президент. То есть это пропрезидентская партия, и все, если может, телезрители откроют сайт Верховной Рады, посмотрит, как он голосовал. Так вот эти тарифы, которые мы... Начиналась она не как пропрезидентская, начиналась она как
про Коломойское, да? Ну, было и такое. Здесь, значит, все видно по голосованию. Угу. Кто голосует, кто голосовал за бюджет. То есть главное создать партию, которой доверяют и в нее вкладывают деньги. Все остальное уже никакого отношения к политической модели государства не имеет. Дальше идет чистое столкновение силовых структур и тех группирований финансовых, которые теневых, которые стоят за партийными, да, за партийными структурами. Да. Как это все объяснить избирателю? Ну вот, по крайней мере, на примере последних выборов, угу, когда был массовый подкуп избирателей, просто массовый, ну, привозили людей из Подольского района, которых арестовала милиция, 8 человек задержала милиция за попытку проголосовать, и они получили бюллетени. Были арестованы два члена комиссии. Это метод карусели был, да? Тут даже не метод карусели. Карусели — это как бы уже даже хотя и метод карусели тоже использовался, а здесь просто был совершенно другой, новые технологии. Сергей, когда-нибудь кого-нибудь накажут за фальсификацию выборов? Ну, я очень надеюсь. У нас же статья есть. Почему она не работает? Почему? У нас же есть порядочные депутаты, но есть же люди, которые сидят там вверху и понимают, что отсутствие работающего законодательства – это прямой путь в фальсификацию на любом уровне. Пока не наказали за фальсификацию, никого не судили и не посадили, так образцово-показательно, это безобразие будет продолжаться. Ну, я очень надеюсь, что председателя Таировской территориальной избирательной комиссии Буравлева Олега Ивановича все-таки постигнет эта кара. Угу. Потому что он столько раз нарушил закон, и в данный момент сейчас тоже комиссия не работает по его причине. Он не учел, не принял ни одного решения суда. Он просто проигнорировал решение суда. Он проигнорировал рекомендации Центральной избирательной комиссии, просто не выполнил их. И сейчас еще один решение суда есть, которое было принято вчера. Это административный суд, который принял решение, запрещающее пересчет голосов на этих избирательных участках, поскольку они уже посчитаны и они уже протоколы приняты. Я слышал, что комиссия, услышав это, просто разбежалась. Совершенно правильно. И комиссии сейчас практически нет. То есть, чего они добились в результате? Они фактически остановили избирательный процесс и сделали заседание комиссии как бы зависшим, недействительным, несуществующим. Совершенно верно. А сегодня истекает последний день полномочий комиссии по приему и по оглашению результатов выборов. А результатов нету, и нету как бы правовой базы для... То есть они на самом деле уничтожили сам факт выборов. Они их отменили. Ну, они их не то, что не отменили, они не установили результаты, но при этом вышестоящая территориальная комиссия Овидиопольская, которую возглавляет человек от Гуляева Яроцкая Ирина, угу, Викторовна, да, которая, да, сделала все возможное, чтобы эта комиссия не работала, она тоже не принимает никаких мер. Поскольку она сформировала комиссию, уже есть письма, уже есть официальное обращение. То есть речь идет, видимо, все-таки об очень больших деньгах. Ну, видимо, да. Да. Скорее всего, да, потому что, ну, по-другому нельзя объяснить, почему до настоящего момента. Люди не боятся ни тюрьмы, ни сумы, ничего, и в наглую просто уничтожают работу избирательных органов, да, на секундочку. То есть совершают не только служебное, должностное, а вообще говоря, это криминальная статья, да? Совершенно верно. Просто подрывается понятие государства. Понятие государства и доверие избирателей к руководству страны и региона. Это же понятно, ты, да, занял этот пост, фальсифицируя результаты. Почему я должен тебе подчиняться или платить тебе налоги, когда ты расхититель наших же голосов? Более того, там присутствовало представитель ОБСЕ. И мы уже неоднократно слышали о том, что под угрозой наш безвиз. Потому что такой уровень коррупции и беззакония, оно просто не устраивает европейские государства. И они все громче и громче заявляют о том, что безвиз для Украины должен быть отменен. Я понимаю, что кроме господина Хасаева, да, в этой истории принимают прямое участие как минимум еще два кандидата на этот пост. Да? Дело в том, что Хасаев Хасан Грунович, действующий председатель поселкового совета, Таировского поселкового совета, не допущен был, несмотря на решение судов, не был недопущен к избирательному процессу. На каком основании? Самое интересное, ну, у нас удивительно, но Таировская избирательная комиссия во главе с Буравлевым Олегом Ивановичем, она начала выполнять функции всех.
и следственных органов, и миграционные службы, и юстиции, и следственных этих органов. То есть она начала расследовать какие-то дела. Какие-то такие феодалы-наместники, которые ничего не боятся, которые уже привыкли действовать мимо закона и все с рук сходят. Я правильно понимаю? Ну вот, вот очень надеемся. Это вот такой, такой провинциальный фараон такой там сидит какой-то, да? Ну я так понимаю, что да. Ну вот есть как бы люди, которые дают указания. И заносят деньги. Да, а те, которые исполняют эти указания, вот, принимают противоправные решения. Кроме Хасаева, кто там еще в качестве кандидата выглядит? Значит, три основных кандидата. Да. Это Тимур Хасаев, это сын Хасана Гаруновича, так. Это Сергей Абертун и Яковенко, Александр Яковенко. Бывший областной ГАИ УВД, да? Да, бывший, да, руководитель областного ГАИ. По итогам выборов пока ничего не понятно, кто сколько очков набрал, потому что Хасаев-старший не участвовал в выборах вообще. Да, нет, дело в том, что 6 избирательных участков приняли протоколы, и по этим протоколам уверенно побеждает Тимур Хасаев. Тимур сын. Хасаев, да, сын Хасаева. На втором месте Сергей Абертун, на третьем месте Александр Яковенко. И, собственно говоря, все, что сейчас происходит, это происходит из-за того, что победил не тот кандидат, на которого рассчитывали... На которого рассчитывала мафия, ну, прямо да. Уже, ну, можно сказать. Да, можно так сказать, да. Очень печальная картина, к сожалению, очень яркая. Опять Одесская область как бы у всех на виду. И опять это беззаконие, опять драматические события и полная неспособность вести себя как-нибудь более гибко. То есть вот уперлись, нам за это заплатили, мы эту программу выполним до железки дожмем. Примерно так, да? Ну, очень бы хотелось, вот, допустим, на примере вот этой комиссии... Чтобы восторжествовала справедливость в конкретном месте в конкретное время. Да, потому что это такой сильный удар по авторитету Украины на международном арене и у нас в государстве нанесла она, что если бы, допустим, я на месте президента бы думал именно об этом моменте, то нужно было показательно наказать... Ну вот он же только что заехал в Одесскую область, и ничего. Ну, к сожалению, Петр Алексеевич повторяет ошибки предыдущего президента. Он торжественно все открывает, красиво это все делает для собственного пиара, но фактически за этим ничего не стоит. Я не думаю, что это ошибки. Это у него такой конструктив. Ну, видимо, это вот та команда, которая создавала партию регионов, у них другой программы, видимо, не существует. Ну, программы как способа действия. То есть номинально программа есть у всех партий, эти программы похожи все одна на другую. Хорошо, то есть по вашей собственной оценке, какое разрешение или какие варианты разрешения в этой ситуации? В этой ситуации есть выполнение решения суда. Который постановил. И будут новые выборы? Нет, почему? Там узаконят прожившие. Протоколы есть, протоколы приняты комиссией. Их просто-напросто составить итоговый протокол и огласить результаты выборов. Все. Ничего такого тут нет. Ну, будем надеяться, что у нас где-то к середине января ситуация прояснится, да? Ну, она должна была бы проясниться сегодня, вообще-то, для того, чтобы... Но сегодня никто не явился. Для того, чтобы люди спокойно пошли в свои семьи. Какое спокойствие, когда на кону такие деньги? На Новый год отметили. Вот это было бы самое... Я думаю, что этим людям сейчас не до спокойствия, поскольку им хорошо заплатили и требуют результата. Ну, я так понимаю, что люди уже увидели, насколько грязными, насколько незаконными их являются их действия. Я так уверен, что половина из тех, которые просто не приходят на избирательные участки, не хотят нести ответственность за те противоправные решения, которые сейчас готовятся. Понятно. Ну что, спасибо, хотя бы внесли некоторую ясность, потому что здесь вот не все понятно совершенно. То есть будет это продолжаться, удастся им развалить избирательную кампанию. Какие люди будут допущены, какие не допущены. То есть вот эта вот замена кандидата на его сына, это довольно рискованный трюк, довольно рискованный. Здесь как раз это показательный, это не трюк, это показательно, что люди понимают. Не хотят того, чтобы возглавлял эту громаду человек, который связан с олигархами, с мафией и с криминалом. Они все понимают прекрасно. Связан в качестве пассивного исполнителя.
Да, совершенно верно. Я не хочу сказать ничего о Сергее Бертуне, я там, в принципе, может, он очень хороший человек, но за ним стоят люди, которые, у которых нехорошие помыслы для территориальной громады и, в общем, для всех одесситов в том числе. Я утверждаю, что вы как человек сугубо позитивный, то есть для меня это большая неожиданность. Вполне конечно. Возможно, я об этом ничего не говорю, но дело в том, что, вот, допустим, для одесситов это тоже очень большой как это, показатель, потому что Радужный — это фактически уже город Радужный, Савиньон — это город, Черноморка — это, в принципе, уже Одесса, и здесь живут фактически одесситы. Поэтому я думаю, что никто не должен оставаться равнодушным. Там именно... Мизикевича еще, там еще есть несколько Мизикевича, районов. Мизикевича, да, там, да, это сейчас он называется. Червоный хутор там есть еще, да? Сейчас он называет, да, сейчас он называется Лиманка по-новому. Угу. Вот, поэтому, если мы хотим жить как-то лучше, я думаю, все должны понимать о том, что вот такого не должно быть. И если действительно понесут ответственность те люди, которые, во-первых, растратили государственные деньги. Там на работу территориальной комиссии было затрачено более 300 тысяч гривен на эту комиссию, которая должна была выполнить работу в рамках действующего законодательства. Не более того. Вместо этого мы видим, что решение не принято. Видимо, с другой стороны было проплачено гораздо крупнее. В процессы. Здесь самое вот, показательное то, что один человек, пользуясь статусом народного депутата, по мажоритарному округу, считает это своей вотчиной и может давать указания комиссии, прийти и оказать давление на комиссию, чтобы они приняли решение на противоправные действия. Не имела комиссия права вот действовать таким образом. Комиссия уже приняла протоколы, она единственное, что могла пересчитать, ну не пересчитать, а то, что они уже приняли там посмотреть. Ну хорошо, мы будем наблюдать, пристрастно наблюдать за событиями в Ивдёпольском районе. Все-таки хотелось бы что-то узнать об Одесской городской организации «Батьковщина». У нас буквально полминуты. Ну, Одесская городская «Батьковщина» надеется, что все-таки в стране у нас будет наведен порядок. Мы приложим максимально к этому усилия. Мы хотим, чтобы Новый год люди встретили счастливо, чтобы в каждом доме был достаток, чтобы были улыбки. Люди оставались в стране, не хотели никуда уезжать. А мы хотим, чтобы ваши пожелания сбылись. Я на это надеюсь. Будем ждать позитива от нового 2018 года. Спасибо. А у нас в гостях был... Сергей Веселов, это глава городской организации «Батьковщина». У нас впереди достаточно интересные события политические в Одесской области. Спасибо за то, что просветили. Спасибо большое. Вот, всего доброго. До свидания. С наступающим Новым годом. Да, с наступающим Новым годом, уважаемые телезрители.